Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу открыть, точнее не открыть, а обозреть, как это правильно сказать. В общем, посмотреть на вот такую вот посылочку. Я не удержался и открыл ее, поскольку никак не мог понять, что это такое. Но потом она у меня благополучно лежала, поскольку были ремонты, были переезды. И давайте посмотрим. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Вспомнил я ее потому, что скоро лето, и телефон-то носить негде, не в чем, и надо его как-то на что-то цеплять. А это у нас, дорогие друзья, чехол для телефона, причем такой жесткий довольно-таки. Заказывал я его за $2.5, ссылочку найду и обязательно размещу под видео, еще под видео. Ну а мы давайте с вами продолжим и рассмотрим этот чехольчик. Значит, сзади есть два вот таких вот ремешка. Этот чехол можно прицепить на ремень, еще куда-нибудь, где-то можно зацепить его. В общем, зацепить можно по-разному. Значит, вот эти два ремешка, они на заклепочках. Эти заклепочки вот так вот открываются. Потом эти ремешки можно вставлять вот таким вот образом. То есть, допустим, если ремень узкий, да, вот так вот зацепили и все. Также этот ремешок можно продлить и еще дальше вот сюда вот. И уже здесь защелкнуть. То есть использовать по-разному. Или же защелкнуть вот таким образом и как-то разместить, допустим, на руке. Поскольку ремешки, вот эти заклепки держат очень хорошо, они очень-очень плотно застегивают. Сам материал похож на брезент. Давайте откроем. Мощная липучка в длину во весь чехол. Здесь тоже широкий квадрат. Прошито все ровненько. Вот так бы они вещи шили. Прямо ровненькие, идеальные швы. Вот здесь вот есть мягкая основа. Это для того, чтобы не терся телефон. Внутри тоже отделано мягким таким бархатом, таким же вот черным. Можете посмотреть. Вот, да. Давайте посмотрим по размерам. По размерам мой телефон туда улетает прямо как раз. Его даже и не видно, и ничего. Вот такой вот чехольчик. Хорошо использовать на работе, на охоте, на рыбалке. Единственное, что плохо, что он не защищен от воды, не защищен от влаги. Здесь вот есть отверстие. Ну, я так думаю, это чтобы пролетала грязь, не оставалось. Ничего у вас не скребло, не шарило по телефону, не шаркало. То есть, если какая-то грязь, пыль попала, она просто пролетает и все. Я считаю, что это очень удобный чехол, очень хорошо его использовать, поскольку он такой жесткий, и не надо бояться, что вы где-то повредите телефон. А сейчас будет лето, носить будет негде, шортами надеть ремень и прицепить этот чехольчик. Будет очень-очень удобно. Также его можно прицепить к рюкзаку. На рюкзаке же есть лямочки специально для этого, чтобы что-то к ним цеплять. Можно прицепить этот чехол и в него положить телефон. Туда входит полностью, ничего не торчит, ничего не болтается. Липучка очень хорошая, просто так сама не отлепится. Так что вот такой вот чехольчик. Кто хочет купить, ссылочки будут в описании. А я с вами на сегодня прощаюсь. Сегодня было вот такое коротенькое видео. Будут еще прекрасные видео. Кто хочет получить оповещение, жмите колокольчик под видео. И подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. И был канал «Китай стал ближе». Всем пока!